И доброго вечера всем, кто сегодня с нами опять. Сегодня я надеюсь закончить прохождение Silent Hill 4, поэтому я постараюсь все делать быстро. И, ну, чтобы... Мне осталось практически почти все вообще повторить. В смысле, все миры, которые там у нас были ранее. Блин, я сейчас всего лишь в лесном мире. Ну, я закончил, можно сказать, на входе сюда в прошлый раз. Черт, мне надо вернуться, конечно. Надо было вернуться. Ну, ладно. Что делать? Что делать? Так. Я попробую использовать для этого карты с геймфаков. Вот, например, карта мне говорит, что в этой комнате у меня есть два айтема, которые я, конечно, блин, не смогу взять. Ладно. Ёпрст! Вот это вот что-то было очень внезапно. Он вышел из той же двери, что и я, что ли? Вот скотина. Ладно. Зато, обернувшись на него, я увидел дупло. Не закончишь. Но я постараюсь. Вдруг да у меня получится. Пропущу стрим, боюсь подцепить слабоумие. И отвагу, наверное. Явно больше, чем на 2 часа. Ну, черт возьми. Не те кнопки, не те кнопки, не те кнопки. Так, свечку мне надо в доме ставить? Или как? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Ладно, оставлю ее здесь, наверное. И, наверное, мне надо полечиться чем-то, а то меня Уолтер убьет. Сейчас, секундочку. Давайте я сперва сделаю какие-то важные телодвижения здесь. А потом... отвечу на ваши вопросы. Так, вроде бы я все с собой взял, и можно отправляться еще. О, черт, нет, нельзя. Этот хрен продолжает мне писать. Да, настоящий Уолтер, не настоящий Уолтер. Тайные обряды. В общем, все по-прежнему мутно, ужасно и уныло. Так вот. Так, чего в новой игромании от меня ожидать? Честно говоря, не знаю. Если я путаюсь, когда публикуется то, что я написал. Апокриф был в прошлом номере, а Зельда и Triforce Heroes, которые я написал недавно, они... ну, во-первых, их на сайте можно прочесть, во-вторых, ну да, они не идут в журнал, так что, наверное, ничего от меня там не стоит ожидать, я просто редактирую. Обращать внимание на призраков в квартире. Хорошо, да, я, наверное, надо было мне посмотреть на призрака, который был в той комнате, где я просыпался, но я это сделаю в прошлый раз, в следующий раз, а не в прошлый. Что-то здесь, не знаю, какой-то Бенни Хилл происходит. Кажется, я что-то там пропустил важное, и да, это была голова куклы. Ну, черт возьми, но там был Уолтер. Что делать, что делать? Вот. Я посмотрю в следующий раз обязательно. Они же никуда не денутся, пока я хожу. Блин, ладно, я запомню вернуться туда еще. Ну, там Уолтер, меня это напрягает. Вот, что насчет Ксеноблейда? Ну, я не знаю. В общем, он почти во всем, кроме графона, хуже, чем оригинал. Меня это, естественно, очень удручает. Вот.
что еще я о нем сказать? Ну, я о нем напишу рецензию, поэтому как пройду. Так что. Ах, да. А, поэтому, наверное, особо сейчас ничего спойлить не буду. Но в целом я, конечно, скорее расстроен, потому что, ну, блин. Они зачем-то поменяли многое из того, чего совершенно не нужно было менять. И это грустно. Не могу взять голову куклы без факела. Но у меня есть с собой факел, или мне его надо зажигать как-то? А! Оу! А, мне надо, блин, точно. И мне же нужно было в квартире себе факел раскочегарить. А, торможу, конечно, я так, получается, да. Не все я запомнил из того, что нужно. А, вот же дупло есть. Слушайте, а Элин вообще со мной сюда зашла или нет? Или я ее там бросил? С другой стороны, если я ее там бросил, мне, наверное, будет проще. На тело куклы надо посмотреть. А, то есть вначале мне надо посмотреть, и только потом оно у меня... Все, хорошо, я понял. Спасибо. Так, а тело куклы, оно же по центру лежит или как? Да, наверное, да. Так, хорошо, давайте я погляжу на приз... А что мне со здоровьем-то? У меня же не было так все плохо со здоровьем, разве нет? Черт возьми. Я пропускаю... А... И чё, и где? Вот вы знаете, вы говорите, посмотри на призрака. А я не представляю, в шкафу? В шкафу я его не вижу. Я умер. Я умер просто от ничего, на самом деле, сейчас. В общем, ваша идея с посмотрите на призраками, она какая-то очень спорная, мне кажется. Тут как-то ничего не произошло совершенно. Ладно, зато сейчас я сразу пойду на маслю, наверное, себе факел. Soak the torch in oil. Ну да. Там тень ребенка в шкафу? Ну, знаете, я ее не увидел. Так, давайте я сейчас никуда не буду идти, просто посмотрю по сторонам. Не, то есть я хочу А, вот, окей. Окей, понятно. То есть вот просто стоило мне отойти на один шаг от двери, как он сразу же вышел в нее. Потрясающе. Там тень ребенка в шкафу. Ну да, я не видел. На эмуляторе призрака не видно, походу. Ну вот, черт возьми, то есть на эмуляторе видно все нормально было до сих пор, и при этом как бы именно призрака нифига. Кстати... А, вау, и в этот раз его нет, что очень странно. То есть я сделал все абсолютно то же самое, ну, кроме того, что я не огреб несколько пуль. Ой. А, это мужики из стены. Дети из стены. Честно говоря, как-то довольно убого выглядит. Скажите, мне надо свечку ставить им? Или что мне надо им делать? Свечку ставить. Хорошо, вот свечка. Как ее ставить? Сюда не могу. Хорошо, окей. Он отказывается. Ну, ладно, давайте я поставлю свечку сюда. Может быть, это... Может быть, это что-то сделает. Так, и, наверное, мне надо полечиться, учитывая, что меня сейчас будет валить Уолтер постоянно. Собственно, все. Так. Не, да, мне нужно в кладовку, и мне нужно использовать факел на...
на чем-то. Что вот это такое? Tools. А вот это? Oil. Окей, хорошо. Вот это, конечно, идея, то, что мне нужно у себя в доме искать какой-то oil. Очень странно. Ждать свечку? Хорошо, понял. То есть мне нужно просто стоять и ждать, пока эта штука со стены пропадет. То есть без моего присутствия она ничего не сделает. Ладно, хорошо. Не, я сходил именно, да, сделал себе oil, в дыру пока не тороплюсь, но... Вообще я тороплюсь. А то мне и так говорят, что я не успею. Ну что, вот... Ну и что? И что? Свечка не достает туда. Но я не могу поставить ее на ящик. Я могу ее взять назад себе? Нет. Ну, охренеть, свечка туда не достает. Это ебаная игра. Что ты... Вот что? Что? То есть, типа как эти... Я брал куклу, значит, чтобы были говнопризраки. Во-первых, призрак выглядит как санина неинтересная. Во-вторых, я брал свечки, чтобы их изгонять. Свечки не достают, о боже мой. 2 метра, блин, до стены. Экзорцизм, охренеть. Бесит мне это все. В жопу, все, я ухожу. Ничего не помогло, просрал свечку. Вот зачем это все спрашивается? Не, я даже пойду сохранюсь сейчас. На всякий случай. Вот это вот дерьмо надо будет подобрать. Меня просто очень удручает и мысль о том, что я сегодня не пройду эту игру. Я хочу, чтобы она закончилась наконец-то, и чтобы я никогда к ней больше не возвращался. Потому что, ну, это же... Это ужасно. Окей. Надо было перед сундуком ставить. Я пытался, он говорит, I can't use this here. Он дегенерат, блин. Кенри, ненавижу тебя. Так. Вот что мне сейчас с Уолтером делать, я не знаю. Конечно, когда он в меня стреляет, мне, наверное, не очень удобно всякую там голову куклы брать. А, я не могу, пока нет тела не обследую. Правильно. Ну, тогда я просто пытаюсь убежать, наверное. Камера. В общем, если я Айлин там оставил, то мне не жалко. Так, судя по звуку, это или Айлин за мной, или Уолтер за мной. Я, наверное, не хочу проверять. Значит, на Эмри попробую ускорение включить. Не, это плохая идея. Ну, в смысле, я здесь и так не... Не... Делаю ошибки и умираю. С ускорением я это буду делать еще чаще. Так, вот. Вот эта штука. А, он не может читать. Ладно, хорошо. Попробовать прибить? Ну, скажите, а что, Уолтера можно прибить, и он не встанет? Мне кажется, этого нельзя же делать. Это же его мир, собака Mail.ru. Receiver of Wisdom... You shall not pass. Ритуал начался. Вот серьезно, блин. Не знаю, меня очень-очень удручает, что Silent Hill превратился вот в это вот дерьмо. То есть я, конечно, понимаю, да, в первой части тоже были там культисты всякие и прочие. Но, черт возьми, она была не об этом же совершенно. А здесь... Почему у меня Айлин полумертвая? Ну, не знаю, потому что она не умеет бегать как следует. Так что, это триггернуло, как вы считаете? А, только Айлин может читать, и для этого нужно. То смотрите, мне нужно, чтобы она это дерьмо читала? Или нет?
Ну твою ж мать. Да. Курт Кобейн в плаще эксгибициониста. Окей. Ну да, примерно так. Ну, вроде, то есть... Для прохождения... А, для... мне не нужно было для прохождения, чтобы он это прочел. Ну, охренеть. А как мне его, блин, как мне его поджечь-то? Где же мне его поджечь? В начале? Может, мне надо сбегать в начало и поджечь факел? Там же, в конце концов, был этот flame, whatever. Давайте я попробую его поджечь. Ну, вообще, Алина у меня полумертвая, потому что, по-моему, спасти ее это почти... почти невозможная миссия, учитывая, что она... Ты сволочи. Где-то тут же была кукла, разве нет? Окей, наверное, нет. А, вот же он. Да, я был прав. Спасибо, все. Больше ничего не хочу. Почему это не комедия? Вот мой главный вопрос. Ну и чё? Почему она стоит в позе и не идет за мной? Она умерла? И... Ну, то есть мне ее, конечно же, не жалко совсем, но... Ёлки-палки. Момент сейчас умоляет о музыке из Бенни из Сайлент Хилла. Все так. Это, да, Уолтер, убивающий пёселей. Не, а чё с Айлин, подскажите мне? Мне... Кстати, я могу по одному айтему надевать на это тело или не могу? Потому что у меня же, блин, у меня инвентарь ограничен. А, все хорошо. Да, все работает. Это я выпью. Угу. Ну да, я тоже думаю, что Айлин не нужна, пускай она там посидит, поотдыхает. Только вопрос, когда она... Как мне ее потом поднять с колен? Ну ладно, вроде бы можно сюда пойти еще. Давайте посмотрим. Да, здесь должна быть какая-то нога или типа того. У Айлин, ой, все. Да, именно так. Так, этот монстрик за мной гоняется, а мне неинтересно это. Так, нога есть. Ладно, пока игра на паузе. Угу, дальше будет фигня. Pickaxe of Despair. Вот это название. У нас тут сплошной Teaching Despair. Так, еще один Holy Flame там будет. Ну, ладно, давайте пойдем дальше. Туда иду. Я туда иду. Ее убили офскрин, и она заглючила. Не исключено, что теперь ты не пройдешь карту. То есть, если я не пройду карту, я точно эту игру сожгу. То есть, не знаю, она, конечно, у меня в цифровом виде, но... Надо с ней бегать и пылинки с жопы звать. Ну, честно говоря, в моем единственном предыдущем прохождении я тоже оставлял ее, потому что, когда я увидел, с каким энтузиазмом она дубасит там призрака, я понял, что она нашла свое призвание, и ей, наверное, ничего больше не нужно. Талука Лейк. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name. I am, if you want me to be. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Ashfield Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom.
То есть его комната покинула South Ashfield Heights, по его словам, сейчас? Right where I was born. Lots of people tried to stop me. But it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. In the scriptures. Mom's waiting. Почему ты ходишь у озера, если тебя мама ждет в South Ashfield Heights? Почему ты говоришь, что твоя мама покинула South Ashfield Heights, если... Ой, ладно. Да, voice acting, да. Так. Здесь вроде как какой-то медаль... Да, медальон. Вроде бы это все, зачем я сюда пришел. Тут еще что-то есть, но, судя по всему, мне оно не так нужно. А, ну да, райтинг я не буду читать, потому что невозможно водить с собой Айлин. Это слишком долго. Здесь ничего нет, кроме надписи. А, окей. Наверное, он тоже там написано тоже что-то типа «Хо-хо, это озеро». И это патроны, я не хочу патроны, я их не использую. Так, а, факел еще и сам собой умирает? Ну, черт. Это грустно. Это что, аптечка? Офигенно. Давайте я, во-первых, возьму аптечку. Во-вторых, я присобачу кукле руку. И после этого я пойду в другую сторону искать другие штуки. Так. А вот и призраки гопников пошли. По-моему, у него в руке была бутылка. Too spoopy. Ну окей, даже этого действительно крипового и прикольного монстра, вот эта вот атака, когда он просто ныряет и мордой падает в землю, даже это смешно. Господи, это все смехотворно. Так. Nutrition drink, нет места. А, блин, я же не поставил кукле руку. Сейчас. Так. А, тут дринки. А, и две, и нога и рука. Ну ладно, я там, наверное, в дупло прыгну. Или мне сейчас в дупло прыгнуть. Decisions. Лучше там, наверное. Я соберу все дринки и убегу. О, слышит, что говорят эти двухголовые младенцы, что они говорят «receiver». Ну, может быть, я что-то не очень обращал внимания. Ну, хорошо, если так. Показано тебя пальцем, говорят, что ты радиоприемник. «Receiver», «transmitter», да что? Извините, я просто, я не могу удержаться. То есть он ходит кругами и пытается бензопилой резать комаров. Я все. Я в дыру. Выкидывать меч. Я им никак не воспользуюсь. Да, вообще, да, здесь точно надо выкинуть меч. А вот в следующем мире, может быть... Черт, я не помню, но... Я точно помню, что в мире билдинга мне очень хорошо помог меч, потому что я сразу же замочил этого Brain Tree, приковал его, и мне было спокойно. Опять, то есть все-таки... Да блин, я не успел даже отойти от шкафа. Так, а вообще у меня свеча есть, не? Да. Давайте я попробую изгнать, наверное, из этого шкафа эту сволочь. Так,
Ну, наконец-то. Вау, окей, вот эта свеча быстро прогорела, наверное, из-за того, что она была эффективна. Как мы выяснили на прошлом стриме, сосание одна из главных тем этой игры. Собаки сосут, комары сосут. Больше всех сосет ТД, ну да. Слушайте, мне медальон-то нужен будет или нет? Я что-то даже не знаю. Ладно, давайте оставлю. Так, дырки одна из главных тем. Дырки и сосание. Сосание через дыры. Слыхал ли я, что Demon's Souls хотят портировать на PS4? Ну, слухи, да, есть такие, но... Хорошо, если так. Я, в принципе, рад портам обновленным и так далее. И как минимум, это будет значить, что будет лишний повод еще раз в нее поиграть. Она до сих пор клевая, и будет повод в мультиплеере, опять же, порубиться, потому что это будет значить, что серваки еще долгое время проживут. Вот это самое главное. Все-таки для мультиплеерной игры, которой является Demon's Souls, наличие активного комьюнити очень важно. Я, если они портируют, я с удовольствием еще по PvP-шусь там с людьми, наверное. Так, левая нога должна быть где-то тут. Где-то тут должна быть левая нога. А, вот же. Все, да. Это точно детский плач призраков, а не соседи за стенкой ебутся. Соседей нет, только Уолтер. Так. Silent Pyramid включение будет. Я не хотел бы больше его ченнелить. Ну, просто даже из вопроса экономии времени я хотел бы по возможности пройти. Скорее всего, не получится. Что-то патрон или свечка? Silver? Ну, хорошо. Наверное, это крутая штука. Я попробую сохранить. До сих пор ходит кругами, комаров уже на... нет, даже не дорезал комара. Silent Pyramid про четвертую часть, только перечень персонажей, потому что в игре совсем нет лора. Я согласен, да, в игре нет вообще ничего, нет. Что-то персонажей-то перечислять? Нет, тут персонажи-то такие персонажи, что... Ах, что лучше вообще ничего не вспоминать об этой игре. Так, сейчас присобачу ему еще один кусок. И что останется? Я не знаю. Я надеюсь, что сейчас последний кусок куклы я найду вот в этом углу. Или там будет их два. Сейчас, секунду. Так, тут кусок и медальон. Давайте посмотрим. Тут же кусок-то должен быть. А, нет, в следующий. Ёлки-палки, я неправильно посмотрел. Пятый стрим по Silent Hill 4, это было бы довольно ужасно, да, я согласен. Я... Вообще стрим по Silent Hill 4, это ужасно само по себе. Так. А, 22, 22.
Угу, угу. Да, и там еще рука вдали. Хорошо, ладно. То есть на следующем экране я должен взять медальончик. Потом... Потом фигня, фигня и... Да, окей, хорошо. Все довольно просто здесь, на счастье. Ну, кроме этой идеи, то, что ему нужен факел постоянно, постоянный факел гаснет, и что Джаспер на меня сейчас вылетит. Ну, конечно. Может, этот стрим будет 3 часа? Я даже не против... Я даже не знаю, успею ли я за 3. То есть, если я почувствую, что мне останется немного, то да, давайте, блин, я сделаю это 3 часа, лишь бы эта игра закончилась наконец-то. Это страшно должно быть, честно. У него анимации даже никакой нет нормальной. Потрясающее место. Ладно, пофиг. Пофиг на него, пофиг на все. Летает и хрюкает. Не, ну на самом деле здесь 4 направления, которые уходят из центра, они же все прямолинейные. То есть тут негде толком заблудиться на самом деле. Офигеть. Игра, наверное, понимает, что здесь она до невозможности уже задалбывает игрока всякими этими призраками и прочими сосателями. И поэтому на каждом углу ставят по бутылке. В утешение, наверное. Так, сейчас я, наверное, пробегу эту локацию, а то невозможно читать чат, когда призраки лезут. Так, я писал, что играл в Legacy of Kain с 90-х. В какую часть? В обе, на самом деле. Я играл в обе, и после этого я еще в Soul Reaver 2 пытался на PS2, и я бы сказал, что... Ну, так, мне нужно в дупло. Я бы сказал, что геймплей плохой абсолютно везде. Я не уверен насчет Defiance, конечно, но мне кажется, что откуда там взяться хорошему геймплею. Скорее всего, все плохо везде абсолютно. Насчет сюжета не знаю, но... У меня нет оснований... как-то ожидать ничего хорошего никогда. В метро было где заблудиться. В метро, ну вообще, да, в метро эти поезда совершенно невыносимые, во-первых. И во-вторых, в метро есть некая проблема с тем, что Айлин не ходит там, где ходит наш герой. Собственно, это две мои были основные проблемы. А, ну и третье, то, что я не мог вставить жетон. С самим-то городом, то тут связь есть, спрашивают. Ну, типа, это культ из того самого города. О-хо-хо-хо-хо. Так, сори, мне надо, наверное, вернуться на предыдущую локацию, чтобы зажечь факел, потому что дальше его вроде как... Нет. Фишка в том, что если мы говорим про связь с городом, то ее вообще нет, ну, блин, мне кажется, вообще нигде. То есть в первой части у тебя один город с одной предысторией, во второй части у тебя все совершенно другое. В третьей... Я ошибся, что ли, здесь? Или здесь нету? Ну какого хрена? А, понятно. Я, наверное, поступил неправильно. Ладно, пойду вперед в надежде, что я что-то... Что там будет факел. Я, может быть, неправильно трактовал эту карту сейчас. Потому что, действительно, откуда здесь быть факелу на этой унылой говнофабрике? В третьей города фактически нет.
То есть, ну, там вообще непонятно что. И... Так. А, вот же он. Ёлки-палки, за деревом не заметил. В четвертый ты как бы его не посещаешь, но подразумевается, что вот это вот... вот этот вот приют, он в окрестностях Silent Hill, и... И что этот злобный культ занимается этим мозгопромыванием детишек, и что, типа, это все продолжение одной истории, но на самом деле это вот очень-очень говёно. Если вы читаете мой блог, то я буквально на медне запостил туда, мне кажется, довольно верное наблюдение о том, что вот в первой части было много чего хорошего, но в итоге хорошее в сюжете, оно оказалось перекрытым дебилизмом про культ. Да, да, хоррор. А хорошее в, так сказать, сеттинге слэш... Ну, хорошее в сеттинге оказалось перекрыто тем, что сеттинг просто какой-то недоразвитый сильно, что город, ну, не раскрыт совершенно. Он там есть в первой части, но он пустой слишком. А хорошее в эстетике перечеркнулось тем, что как бы через... постоянно приходится продираться через невероятно унылый геймплей, и... В общем, проблема в том, что они... Этот глюк эмулятора прекрасен. Из радужного мира вылезает чувак. И, в общем, да, проблема в том, что они геймплей не только не сделали лучше, но, вот, как мне кажется, вот в четвертой части они вот сделали активно хуже. Так, прям вот как будто они старались, чтобы... Как же мы можем сделать геймплей, который был дерьмом еще в 99-м? Бля, он вылез из решетки, как из стены. Ну что, они не понимают, что так нельзя делать? От Джаспера надо факелы зажигать. Ну да. Я пытался под нее зайти. Мне не позволили. Вообще, на самом деле, раз уж я пытался под нее зайти, мне надо, наверное, все-таки... не глупить и сохраняться почаще. Так, я же уже там был, да. Сколько я бы поставил в 2004 году в стране игр? Ну вот, проблема в том, что как бы в 2004 году я был слишком начинающим автором, чтобы ставить шибко мало таким шибко громким играм. Вот в этом, мне кажется, есть некоторая проблема, характерная, наверное, для всех начинающих авторов, что, ну вот, у тебя есть Silent Hill, который все хайпают, который там на Метакритике почти 80 собирает, или типа того. И... А тут ты приходишь и говоришь, нет, на самом деле это все полное говно, геймплей тут всегда был полное говно, и редактор говорит, слушай, а ты кто вообще? Ну, вот, по логике вещей. И вот я боюсь, что для того, чтобы ставить достаточно низкие оценки достаточно громким проектом, ну, блин, тебе надо быть человеком с каким-то, не знаю, именем, с какой-то репутацией, уже с каким-то портфолио публикаций довольно долгим. Желательно тебе надо быть редактором, наверное. Вот. Потому что, ну, я боюсь, что, да, я бы не поставил ей достаточно мало тогда. Это что, это картина свечи? Это звезда Давида, да? Так, шуточки про евреев прямо incoming. The first sign, and God said, at the time of fullness, cleanse the world with my rage. The white oil, это немножко, ну да. Мда, мда. Окей. Offer the blood. Mm-hmm.
Ведь главное, в первой части все было так просто. Берешь, короче, девочку и сжигаешь ее. И, а здесь... Wander alone in the formless chaos, the four atonements, the third sign, mother reborn, a receiver of wisdom, the 21 sacraments, the nation of sin. Ну, все очень плохо. Действительно, больно это читать. Так. Это мы умеем. Так, кстати, в этой комнатке что-нибудь еще есть для меня? Да, хорошо, понятно. Айлин забыл. Ну да, это ведь выход, правильно? Я сейчас... Да, все верно. Говорили разработчики, что идея с призраками оказалась неудачной. No shit. Так... У нас тут Dream Logic. Честно, нет, я думаю, про это тоже большой блокпост напишу. Но вот, когда я проходил вторую часть, ну, я, честно, не люблю вторую часть, я всегда это говорил. Но вот там она очень сильно ощущалась. Прямо вот я на стриме, я играю и вижу, насколько она действительно пытается подражать сну. Да что ты караулишь, кемпер сраный, блин? Какого хрена? Какого хрена? Уолтер, не твое, брось. А, бросил, он бросил. Так, теперь пока он не пришел. Айлин! Ну, наконец-то, Айлин, ну выходим. Все, хорошо, все, да. Так, серия Silent Hill поражена синдромом Дэвида Кейджа до самого Дэвида Кейджа. Окей, все начинается неплохо и скатывается в ад со скоростью разочарования ТД в Undertale. Это отдельная скорость уже. Хорошо. Так, в плот-анализе написано, что это были разные ветви культа, у которых были разные ритуалы. То есть, иными словами, то есть здесь даже никак нет нормальной какой-то прямой связи чего-то с чем-то, получается, да? Есть то есть разные ветви культа, то есть это, по сути, значит, что вообще другой какой-то культ с другими ритуалами, другими правилами, другим всем. То есть это вообще с Silent Hill'ом, получается, ну, вообще никак не связано, и да. Сам такой, слышь? Будет он на меня еще ругаться. Играл ли я в Grandia или Skies of Arcadia? Да, я прошел две части Grandia, и я прошел Skies of Arcadia. Если вкратце, то все говно. Ну, то есть, да, все очень плохо. Не рекомендую. Ну, то есть, не так плохо, как Silent Hill 4, наверное. Наверное. Но плохо. Я хотел бы обойтись без перепрохождения этих игр, потому что, мне кажется, я достаточно страдаю вот здесь сейчас. Включу-ка я Бенни Хилла. Да, пожалуйста, включите вы. Я бы включил на стриме, но меня за это Twitch забанят, я боюсь. Я же включал на стриме... Сука. Она прямо здесь, игра, ну... Я включал на стриме этого... Wait, what? В стриме первого Silent Hill'а Captain Jack, и меня за это этот самый Twitch убил мой стрим в записи, и все было очень грустно. Так, сейчас я открою, наверное, карту этого мира. Как это дерьмо называется? Называется Water Prison 2. Нет? Prison World просто 2. Вот. Это какой-то космический лифт вообще. То есть, это тюрьма или что? Или мы сейчас из космоса... А, это Dream Logic, наверное, должен быть. Но не. Просто не.
Holy shit. Не, я ничего по карте не понимаю. Пишите мне, что делать. Так, я не буду ли забрасывать блогов of whatever? Я не планирую забрасывать блог, но честно, у меня просто сейчас... Ха-ха, Уолтер. У меня сейчас совершенный Xenoblade, и просто мне вообще не до того. Я хочу смотреть дальше Xenosaga, например, но... Ой, так, ладно, мне же ее надо спускать, да? Так, давайте я посмотрю, где выход. О, не... А, выход в самом подвале. То есть мне надо будет вот с вот этой хромой идти пешком с самой крыши до самого низу. Офигеть. Вот. Ну, просто, да, по финалкам пока никаких новостей нет. Ну, даже, то есть, вот какая-то новость недавно была, но это совершенно не новость. То есть Табата сказал, что они пока не планируют FF15-2. Ну, да, потому что они планируют выпустить эту. И он прямо заявлял, что... офигеть, спасибо, камера, с любой стороны неудобно, что они хотят выпустить сначала FF15 и только потом уже думать, что, значит, сделать ее полноценной историей, не требующей сиквелов, вот, и только потом уже над чем-то думать. Не, ну слушайте, я не, если даже есть какие-то призраки и они беспокоят Айлин, я ничего не могу делать, потому что, черт возьми, камера. Это не призрак, это Уолтер прошел, да? Ну пока, Уолтер, хорошо, удачно тебе погулять! Не, серьезно? То есть он просто такой... Well, fuck you guys. Надоело ему сидеть на крыше, он пошел по своим делам. Ну, замечательно. В общем, да, нет... Что? Что? А, он убивает комаров, да? Спасибо, Уолтер, я тут постою, да? В общем, да, про финалки пока ничего интересного нет. Как только будет, я сразу же активно буду туда постить, но пока что я просто немножечко в ожидании. Ну, в ближайшее время будет пост про народное творчество, как всегда, традиционная подборочка постов из моего любимого ВКонтакте-сообщества. Ну и, собственно, пока что все. Xenosaga, ну, я надеюсь, досмотрю первую часть до конца декабря, но я не могу никаких обещаний давать на этот счет. Так. Мне кажется, Уолтер сейчас не понимает, что герой — это я. А вот такой херней занимаются только герои всегда. Он вот... Он, наверное, думает, что он герой в этой игре, но нет. Нет, бегать на месте — это моя прерогатива. Вот Айлин понимает все верно. Но я, правда, ее долго учил топором. Но... Кажется, я подал ему, я научил его входить в двери. О, боже мой. Так, а я оставил Айлин, да? Давайте я ее пока оставлю, а потом заберу, а то чё мне она? Что я скажу про новую Диссидию от Каэй? Она от Каэй, да? Я чё-то позабыл. Ну, я скажу, что мне не нравится идея, что там трое на трое, а остальное это нужно мне будет поиграть, потому что... Так, ладно, что у меня здесь вообще есть-то? Что мне здесь нужно? Камера до Сильвы, но какая из них его камера? Ну ладно, я, наверное, опять буду обходить все подряд, что делать. Да, Бенни Хилл, на самом деле, с появлением Уолтера поводов для Бенни Хилла становится все больше и больше. Моя свечка. Моя свечка, я сказал. Потому что это прям это самое унижение в тюрьме смотреть без СМС. Ногой причем, ногой.
Так, то есть получается, это что? Это второй этаж, и поэтому здесь только есть две свечки и больше ничего. Получается так. Окей. Пальцем показывают, блин, невежливое. Это игра, боже мой, я... Тя Элин с такой методикой прохождения в конце совсем упоротая будет. Она уже совсем упоротая, и честно, я не знаю, ее не спасти. Но мне говорят, что ее можно лечить, поставив ей свечку под вагину, и вот это копчение ее в итоге вылечит вроде как. Ну, я думаю, что если так, то хорошо. Айлин! Серьезно, она на него отвлекается. Куда? Я специально буду медленно идти. Ладно. Как там Xenoblade? Крутая ли? Ну, я скажу так, заметно хуже, чем оригинал. Мне грустно. Но очень крутая, очень красивая. Планета замечательная. То есть графика вообще... Чё? Окей. Окей. Я уже думал, она сейчас в призрака превратится, короче, полетит и будет гипсиной меня стучать. Вот, ну да, ну... На рецензию, может быть, через недельку, я надеюсь, я на нее напишу. Но пока что я наиграл там 30 с хреном часов, и пока ничего интересного в плане сюжета не началось. И, блин, я не знаю. Я еще робота не получил пока, но скоро получу. Люди правильно пишут, сделали прикольного монстра, в чем прикол штамповать его, да еще и в разных локациях. Так вот, в этом проблема всех вообще, вот, Silent Hill'ов и, ну, таких игр в целом, наверное. Это не Уолтер здесь? Ты не на Уолтера смотришь? Нет, 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 всего лишь сопли. В том, что, на мой взгляд, я вот не устаю это повторять, хорроры должны удивлять. Если у тебя там повторяющиеся элементы, то они никогда тебя не будут удивлять, и, ну, как бы, ничего не будет хорошего из этого не выйдет. Так. Ну, давайте, ладно, давайте я оббегу это тоже по-быстрому. Совсем быстро. Что здесь у нас? Дринк. Ладно, дринки мы не будем пропускать. Как мне фильмы по Silent Hill? Ну, кстати, об этом тоже надо будет написать, но... первый хороший. Ну, то есть, концовка какая-то глупая, местами сценарий тоже так себе, но... он выполняет свое предназначение, в принципе. То есть, это именно фильм по Silent Hill, он узнаваемый. Это действительно Silent Hill. Там отличный, как бы, фан-сервис. Там... А, понятно, все с тобой. Там эстетика Silent Hill-овская на месте. Музыку они туда вставили правильную. Чё еще? В общем... Там очень многое вот просто сделано как надо. И это клево. Я не знаю, конечно... Наверное, Mortal Kombat все-таки получше будет в плане экранизации. То есть, наверное, Mortal Kombat все-таки действительно самая крутая видеоигровая экранизация, но... Но Silent Hill, он очень неплох. Ты не туда воюешь! Айлин уже полностью одержима и теперь будет рандомно колбаситься. А насколько мне резонно потратить свечку на то, чтобы ее починить? Скажите... Оу, щит!
Я думал, что я в подвал уйду. Что делать? Что делать? Что делать? Блин. Чуваки, что делать? А, монстры... А, блин, стоп. Нет, ну да. То есть, ну нет. Здесь же нет выхода. Айлин вся в гифках. Может, она мне еще и дамажить этим будет? Да! Я от тебя... Я уйду от тебя сейчас, Айлин. Прекращай. Я не могу даже посмотреть на нее как следует. Но ее обувь с этим гифством выглядит, конечно, особенно ужасно. Блин, ладно. Нам. Черт, я что-то я не знаю. Я тут же везде был? Или... Ну да. Гайз, что-то у меня идей нет. Если меня вообще в подвал не пускают, то я же ничего вообще сделать не смогу, или... Или как? У меня нет идей. Надо спуститься в подвал по лестнице. А где может быть лестница в подвал? В подвал. Ну, то есть она же... Лестница в подвал же была внутри этой двери. В дыры надо прыгать. А, понял. На первом этаже эти комнаты закрыты. Все, я догадался. На втором закрыты. А на третьем, походу, я забыл про третий этаж. Все верно. Все хорошо. Айлин... Подыши свежим воздухом. Пока-пока. Ну, Уолтер, привет! Ты опять будешь изображать из себя героя? Не? Пока. Да, все верно. Все хорошо. Так, давайте я, наверное, обойду остальные комнаты сперва, а потом нырну в какую-нибудь дыру. Ну. Опять вы. Копипаста на копипасте вообще. На Блэйде есть логическое объяснение относительно мира, почему они постоянно там в роботах не воюют? Так не, очень просто, потому что роботы не бесконечные. У тебя там же даже такая фишка в том, что если твоего робота поломают, тебе там надо будет супер там много платить там и... Ну, охренеть, блин. И вообще тебя там могут прав лишить и так далее. То есть роботы это ценные ограниченные ресурсы, поэтому... Спасибо. Спасибо. Непрерываемая анимация, да. Так сколько их тут? В общем, да. Там все в порядке. Здесь нет логического объяснения ничему. У меня вот ощущение такое, что они сделали вторую часть действительно такую по Dream Logic. У них получилось это... После этого они лишь что-то пытаются, и ничего у них не выходит. Слишком много врагов, слишком много комнат, слишком много геймплея. Слишком много хрену... Да ёксель-моксель! Слишком много очень хренового геймплея, вот же в чем все дело. Слишком много призраков, слишком много Уолтера тоже. Ну, в общем, блин... Гринда, много в Ксеноблейде? Вот, честно говоря, в первой части его не было вообще. Я это подтверждаю, потому что я без прокачки ее прошел недавно на 3DS.
А вот во второй части скорее да. То есть, например, там какому-нибудь важному заданию нужно выбить из какого-то монстра айтем, он, а и айтем падает нифига не гарантированно. И, блин, я что-то реально фармил там целый вечер, например. И это очень грустно, этот гранд, я не знаю, зачем они сделали. Да куда вы меня толкаетесь, блин, я выхожу на этой. Вот. А-а-а. ТД, ты часто ошибаешься дырами? Отличный вопрос, да. Так, а что еще у вас? Да, я с жетоном же тоже не мог найти дыру для жетона. Есть такая проблема, в общем. What's this? Ложка похожа на ключ, на самом деле. Я уж понадеялся, что это что-то хорошее, а на самом деле нет. Зачем я сюда пришел? Я прямо всю... То есть мне это надо домой занести, я правильно понимаю? Все вот эти задачки на... А может быть, ты найдешь какую-нибудь цветную жидкость? Они, как правило, решаются тем, что я несу домой и выливаю на него очередной мистер Пропер. Музыка от Саванны цепляет? Да, мне нравится музыка. Не вся, правда, но треки там классные, то есть... Саванна в целом молодец. Идти стирать. Ага, хорошо. Что я? Медальон. Я думал, это ложка. Оказывается, это медальон. Так, это я уже не возьму. Хотя, наверное, я полечусь. Где дупло ближайшее? Ладно. Так. Расстроил про Xenoblade. Да блин, я сам расстроился. Я-то надеялся на то, что будет как в первой и лучше, а почти все хуже. Я поэтому говорю, что почти все хуже. Вот, ну, ничего не поделать. Ладно, пошел стирать рубашку. Так, а Элин я оставил не здесь? А, снаружи я ее оставил. Ну, хорошо. Так, дубинка для Элин в наблюдательной на третьем этаже. Надо? Ну, впрочем, почему бы и нет. Она же уже просто и так у меня колупается совершенно, и я не думаю, что дубинка и она что-то сделает. Короче, Муракоши, видимо, специально сделал так, чтобы попасть в дыру нельзя было с первого раза. Это ПА или нет? Я уже даже не знаю. Блин, это не то, что... Ладно. Я окосел. Не хотел выживать эту штуку, но так получилось. Ну и чё, никакая Садока не вылезет? Не, не вылезет. Ну, спасибо. Вас бы еще прогнать, заразы. Ну ладно, хрен с вами. Так, свечки, 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 свечки. Медальончик. Не знаю. Пускай будет медальончик. Мне спокойнее с ним. Так, стирать это в ванной, наверное. Да, есть такая штука, что действительно Xenoblade новая похожа очень на ММО. И... Ну и как-то да. Ну там же кооператив вообще встроен, она always online, там постоянно какие-то чуваки, какие-то ачивки получают, их можно звать на кооп и так далее, но... Ну что-то вот не знаю. А и у команды тупой... А знаете, я вообще не понимаю. Я наиграл 30 часов, я до сих пор не понимаю, какая там боевка, вот, ну именно вот полностью. Можно, приказов нельзя отдавать? Да, нельзя отдавать. Мультиплеер, да, пробовал, ну просто побегали, побили мобов. Надо попробовать сходить на кого-то более сложного, но мне пока хочется сюжетку пройти специально.
короче, мальчик вначале сказал, что мама его бросила, а потом сказал, что он маму, блин, найдет. Так не работает. Так, что? What the hell is this? Это сушняк. Хорошо. Это... I don't need it. Что? Чуваки, вы мне сказали в стиралку, да? Или я... Так, забирай свои слова насчет предложения пройти МДК-1, ее хрен запустишь. Грустно. Интересно, если я поставлю свечку перед телеком с включенным первым каналом, из него выйдут демоны. Нет, нужен более крутой экзорцизм. В ванну? В ванной стирать? В крови? Ау! Хорошо, я просто думал, что если стирать, то это делается в стиральной машине. Ну, ладно. Вау, вот это потрясающе. Она пахнет прямо как та комната. Вот это подсказочка-то, а? Вот это подсказка. Это вот воском вот это было написано, и оно не отлипло, и не... Окей. Игра побуждает нас втыкать в жирных людей и шампуры. Меня и бесил в оригинальном Xenoblade, надо было за Шулка играть, потому что он плохо применяет монады в битве с мехонами. Я понимаю, по-другому с ними бороться можно. Магией отлично заходил. В моем недавнем прохождении я, во-первых, ходил на достаточно низком уровне, во-вторых, я не использовал Шулка вообще принципиально. И нормально все прошлось. То есть я чисто магическими атаками выпиливал всех боссов, которые были сильно круче меня, мехонов. И... То есть она гибкая была. Я понимаю, да, что некоторые айшники типа Шулка действительно тупили, но можно без него, и тогда все норм. Ари, когда был стрим по Ксено? Я не скажу, когда я пока что еще, но как бы я думаю, что или 30-го, или 2-го числа я буду ее стримить. Я обязательно сообщу, но я думаю, ты там игромания тоже сообщит, как только мы определимся. Да, я вот сейчас как раз открываю роботов, я думаю, что к этому времени я... Так, стоп. Я сейчас понял, что мне в текстике этого чувака было сказано, что мне надо было взять его меч. И я понял, что у меня нет меча сейчас с собой, а мне же надо протыкать этого чувака. Или он в бейсменте каком-то, или нет. Так, черт возьми, где меч? Может быть, черт. Ну да, наверное, блин, мне проще вернуться в меч, у меня запасной есть, какая нафиг разница, мне надо было просто взять меч, и я быстрее его заберу из этой штуки. Пахом прилетел, покушать принес, да, призрак выглядел как надувной, да, мужские сиськи прямо вам в лицо. Так, почему я не комментирую это дерьмо, я уже устал от этого дерьма, тут каждый призрак, блин, какой-то... Гопник, блин, с бутылкой в руке летит на тебя. Это, наверное, должно быть страшно. Или тут, ну да, мужские сиськи, блин, тебе в лицо летят. О-о-о! Хоррор! Да.
У Шулка было больше всего бафов, хз, как без него играть. В том-то и дело, что я почему говорю, что предыдущая часть была почти идеальной, потому что в ней все было классно, в ней все работало. И если, то есть понятно, что игра была заточена под Шулка, под использование монада, бафов и так далее, но я прошел на лоу-левеле до самого-самого последнего босса, используя в качестве основного своего персонажа чертового Рики вообще. И вот, it just works. Так, ладно, отдубасить и проткнуть. Иди сюда, Man Boobs. Ну да, меч в какой-то из камер под кроватью, да, но, блин, я просто... Вроде бы я все обыскал. Вроде бы. Ой! Ой! Мне кажется, я получил дамаг просто от соприкосновения с его пузом. Блин, надо было серебряные пули взять. Я ступил. Куда он улетел? Какого черта? Боже мой! Ёжик Соник! Слушайте, я же сдохну сейчас. О, господи, сейчас меня отпустят, я что-нибудь сделаю. Ой. Если бы не обсуждение Ксена, пошел бы играть дальше в DLC к Bloodborne. Да лучше, да, я честно, я жалею вас, в общем, тех, кому не хочется смотреть на это. Мне честно не хочется в это играть, но... Но надо же это закончить, наверное. Слушайте, ну это просто absolutely disgusting. Бей его сильным ударом? Хорошо. Блин, нет, сейчас. Где он? Я его не вижу. Нет. Ладно, я на свое счастье, в общем, сохранился только что, поэтому давайте-ка я просто, не знаю, возьму серебряные пули, потому что это невозможно нахрен. То есть я столько его дубасил, но у игры совесть нет. Это я напоминаю, я на изи играю сейчас. На изи, блин. Я дубасил этого пахома до протяжении 3-4 минут, как мне кажется. Не фейли особо. У меня просто вот закончились жизни. А у него нет. 7 Silent Hill'ов, 7 смертных грехов. Ладно, после этого всего лишь 2 хреновых еще. Меня это успокаивает. Не знаю, конечно, про Shattered Memories, не знаю насчет Downpour. Я подумаю, что можно сделать про Downpour. И я не знаю насчет, как, конечно, да, я не уверен, насколько, конечно, Shattered Memories пойдет, потому что когда я про... О, у меня же факел лишний. Когда я пробовал, ну, у меня ничего не вышло, в общем, в плане эмуляции. Best used with pistol. Хорошо, вот pistol, вот silver bullets. Ну. А, да, нет. Как мне их вложить? Как мне их вложить в... Фак!
Там было написано best used with pistol, ну то есть я... What the hell? Revolver bullets, хорошо. Pistol bullets. Мне нравится, что pistol в кавычках, но... Короче, я... Я не знаю. Я не могу в... Да, в очередную дыру не могу вставить патрон. Ладно, давайте так. Пускай так, да. Shattered Memories я на PS2 пробовал? Да, на PS2. То есть вот... Здесь эмулятор практически все хорошо выдает. Ну, то есть там одного призрака не видно, другой призрак из радужного мира вытекает. И... Ну, как бы и все, в общем... В целом-то все идет. Ну да, спасибо, сказал я, что все идет. Во, нормально. В прошлый раз тоже так надо было делать, но я не догадался. Anyway. У нас пахом на повестке дня. Зеленый столбик. Конечно, мне надо... Скотинство. Может быть, в квартире нельзя зарядить? Ну... Это как-то бредово. MLV заведя ход не требует. Зачем играть в Xenoblade? В принципе, да, Xenoblade у меня довольно относительно умеренно слабый комп, и Xenoblade у меня шоу вполне нормально идет, там, не знаю, FPS так на 25. Господи! Соник, перестань! Что? Почему я в него не попадаю? Где он? Окей, то есть мне наугад стрелять сейчас? Человек смотрит на это и думает, что Homecoming не такой плохой. Ой! Слушайте, ну я не могу. Он даже автоматически его не заряжает. Написано for pistol, может он для револьвера на самом деле? Не, ну я сейчас, я высадил в него полторы обоймы на изи. Ему все мало. Что, я не понимаю, может быть мне просто надо... Может это просто как битва с Metal Sonic, и надо просто добежать до конца коридора? Я, ну, просто, блин... Говорили, что тюрьма будет короткой. Нет, она не будет короткой. Пахом не хочет умирать. В сравнении с этим Homecoming шедевр. Знаете... Неужели? Мне просто кажется, что, возможно, вы слишком плохо помните Homecoming, но он, мне кажется, ну, не менее плохой. Ну, посмотрим.
Так, ну то есть все, да? Я ведь все сделал, правильно? Мне сейчас осталось просто взять Айлин и спустить ее сюда. Поправьте меня, если я не прав, но... I think I'm done. Лучше всего, что это мемо сработает на эмуле PSP, но там сильно графон покоцан. Вот, увы, да. Конечно, если других вариантов не будет, наверное, мне придется прибегнуть к эмулю PSP. Потому что после вот всего этого дерьма не постримить Shattered Memories, не знаю. Полстрима ТД лысо выгоняет. Ну да, типа того. И это еще не конец. Ну вот, да. Меня несколько напрягает, что еще, блин, два мира и какой-то там босс. Все-таки. Так, ну, знаете что, я хочу полечиться и, не знаю, выкинуть пистолет, выкинуть этот серебряный патрон, который мне вообще не помог. Может быть, мне надо взять револьвер. Я, в принципе, я хочу Brain 3 завалить тоже. Наверное, я возьму сейчас еще один меч, и я возьму револьвер, и я его же револьвером расстреляю. Вот мой хороший план. Так. Боевка там... Да, боевка в Хоумкаминге, я согласен. Хотя, да, там, в принципе, повторяющихся миров нету. Возможно, действительно, Хоумкаминг лучше, чем четвертая. Now that I think of it. Блин, надо было медальон врубить, я ступил. Ладно. Револьвер есть. Дайте еще аптечку. Это или парочку дринков. Я сейчас отличусь. Все? А, Айлин, можно взять же эту хрень для нее, но я не уверен, что мне это вообще интересно. Я же не рассчитываю на Айлин, в конце концов. В чем прикол Shattered Memories, кроме постановки и сценария? Ну, в том, что там просто вся игра, она вообще концептуальная, без вот этого совершенно какого-то дерьмового не понимать зачем филлера, и без, ну, без, по крайней мере, без боевки тупой. Я согласен, что, возможно, там местами... Там местами, может быть, немножко слишком много каких-то побегов от монстров. Слушайте, я Айлин оставлял здесь. Она должна быть здесь. Какого хрена? О! Господи, блин, монстр прибегает на меня. Не думал ли я над стримом плохого Alone in the Dark 2008? А я считаю, что он хороший. Мне он очень нравится, я его дважды прошел на 100%. У меня в нем платина и вообще... То есть, не, я понимаю, что он кривоватый, но... Он забавный при этом, он не без изюминки. Ну-ка. А, ладно. Кривой на ПК. Вот я, да, я в ПК-версию не играл, я играл на 360-м и потом еще купил отдельно дополненную PS3-версию. Но, да, я слышал, что на ПК она совсем грустная, и я не уверен, насколько хорошая эта идея в нее играть. В принципе, может быть, когда-нибудь. Я вот, знаете, я не отказываюсь. Эта игра мне нравится, и я с большим удовольствием, может быть, к ней бы вернулся. Еще там сценарий совершенно замечательный, с репликой, которую, я считаю, каждый герой должен просто говорить каждому злодею, что типа «Fuck you anyway». Как бы то ни было вообще, что бы ты там ни хотел, пошел бы-ка ты нахер. Вот. Оригинальный Alone in the Dark тоже забавно. Кстати, вот в этом что-то есть. Может быть, мне
Я, правда, никуда не дойду. Мне кажется, я в первом Alone in the Dark не дойду даже до первого врага, наверное, но... Посмотрим. Есть ли у меня любимый файтинг? Ну, в принципе, мне нравится Soul Calibur 2 и 3, мне нравится Smash Brothers Brawl, мне нравится Dissidia, на самом деле, мне нравится достаточно. И Mortal Kombat 2. Ну, 9 тоже, в принципе. Но 2 тоже мне нравится, да. Лютый Батхёрд, Alone in the Dark для PS2. Ой, да, я короче, я Oh, shit. Это мне немножко напоминает ту самую сцену из фильма Oldboy, где я выхожу, короче, такой... У меня, правда, топорик, а не молоток, но... Но что-то похожее. И они все на меня показывают пальцами. Айлин... Айлин, 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 Айлин. Ну смотри-ка, она все поняла. Она догнала, она врубила скорость и добежала. Все, все, вот так бы всегда. Фух. Что с внешностью Алины? Она испортилась. Можно ей дать бутылку спирта? Нет, нельзя. Поиграть в хороший Alone in the Dark The New Nightmares PS1. Ну, я скажу так. Я готов, но я ожидаю от нее примерно того же, чем был Dino Crisis. Я не верю, что он хороший вообще. То есть я ее не видел никогда, но я не верю. У Айлин гиф. Да. Свечами лечить надо. Да, все верно. На ПК был прыжок на принтскрин. О-хо-хо-хо, господи. Пару Silent Hill'ов назад тогда предлагали пройти первый Alone in the Dark, он говорил, нет, теперь это идея ему даже нравится. Да, слушайте, знаете, после четвертого Silent Hill'а я уже что-то... Мне уже даже Alone in the Dark первый кажется чем-то не таким страшным. Мне вот в этом всем меня удивляет то, что она... My leg! А то, что тебя только что переклинивало, как, не знаю, как чумачечью, тебя вообще не беспокоит. Почему она не жалуется на свою кондицию? Не в плане того, что там у нее, не знаю, рука, нога. В плане того, что, блин, с ней безумные вещи какие-то происходят, она сходит с ума и так далее. Вот это я не понимаю. Это же гораздо более, мне кажется, должно ее вымораживать. Так. Я не могу с этих сценок, они все такие ужасные, унылые и скучные. Вау, it's fucking nothing. А, это уже у меня игра началась, я даже не понял. Я думал, что мне в сценке показывают, это ничего. All those balls. Не знаю, может мне медальон активировать? Мне он не поможет? Хватит двигать меня! Глючный хрен.
А, хватит, блин, что ты за голову держишься? Давай бей. О, о, автонаводка, чит, вообще все. Блин, я забыл взять, Че я его бью? Блин, вот я дурак, я забыл взять меч. Сумасшедший не замечает, что сумасшедший. Ну, не знаю, у нее такие блэкауты прям. Может хотя бы прокомментировать свое состояние. Может хотя бы прокомментировать те миры, через которые она проходит. Не понял, что опять? Что? Выпустите меня из... Так. А, не. Свой же мужик из стены. Чувак, это не твоя квартира вообще. Может, мне медальон ему? Давайте я медальон сделаю. Да блин, во. Ну? Чувак, я медальоном хочу тебя убрать, не? Не хочешь убраться? Чувак, ну экзорцизм, все дела, не? Блин, а? Не, ну кошмар. Чё? А, не, он улезает. А сопли убрать за собой. О, бой. Самый ужасный уровень в игре. Да, я верю, кстати, что, наверное... Это... Вообще, Building World звучит невероятно убого. Ладно, если я уж милишу, то давайте так. И мне нужен обязательно меч. И лечилка у меня есть. Ну, давайте, наверное... Наверное, так. Thanks, Ubisoft. Да, понятно. Так, где... А, блин, мне надо полечиться, вообще говоря. Что ты? У меня не чесалась спина, спасибо за заботу, но нет. Блин, не может он. Он каждый раз так падает, что я надеюсь, что он не встанет, и можно будет его... Да... В него воткнуть. Ах. Кажется, он хотел эту машину обидеть. Да ед... Не, ну просто... Я так понимаю, что он же не может сразу... Хотя... Ну нет. Если он встает через 2 секунды, я не могу завязать на нем меч. Надо, чтобы он лег надолго. Я так понимаю. Или нет? А, нет, нет, я был неправ. Ладно, окей. Серебряную пулю я теперь буду носить просто на удачу, потому что она мне не помогла. А, да, сюда. Что, где я, зачем я? Что мне делать? Спасите, помогите. Какая дичь номер 7845. Да, примерно такие ощущения от этого. Это просто, ну, кошмар какой-то. Так, я посмотрел на карту, и мне кажется, что я немножко с ума схожу. Ладно, все. Это
Какая разница? Я ничего уже не понимаю. Все тлен. Ладно, топ-флор. Да, да, я верю, что это самая адовая локация, и что я здесь буду страдать. Я уже немного страдаю. Что? Да... А, брокен, окей. Тут нужно 4 предмета воткнуть в 4 места. И все находится в разных местах. Депрессия от этой игры. Да, у меня тоже. Главное еще ведь... Вот эта вторая половина игры, которая вдвойне унылая от того, что повторные локации, от того, что призраки докучают вообще. Так ты еще не можешь ее спидранить, потому что нужно ждать Айлин. Вот если, блин, я оставлю ее здесь, а потом как мне за ней возвращаться? Тут же все такое запутанное и унылое, и... Так. И что, я вообще зря ее сюда привел, да? What's this? It's filled with volleyballs. И чё? Почему мне камера на это показывает? Куда-то мне нужно это взять. Я не понимаю. Origins и Homecoming хоть короче? Да, да, на самом деле, я думаю... Origins, конечно, говно, но я, по крайней мере, быстро ее пройду. А вот Homecoming я не уверен. Блин, туда ли я иду? А в другой двери? Отсюда я пришел, да? Я у меня сейчас... Да, я сейчас поеду, блин, от этого мира. Эта часть тоже короткая. Нет, ну слушайте, мне она объективно нифига не короткая, потому что в ней вот это вот реплей предыдущих миров, он просто искусственно удлиняет игру в два раза. Так, нет, ну нет. Нет. Мне ее пригвоздить надо было, что ли? Что она себе позволяет? Айлин, ты здесь? Да, да, окей. Я там ничего не пропустил? Блин, карта мне вообще не помогает здесь. Никак. Хотя... 11, 12, 13. А, то есть мне нужно наоборот, мне нужно будет туда что-то принести в пет-шоп. Понятно. Ну, блин, это просто что-то, я не знаю. Так, окей, это почти прикольно. Это почти прикольно. Вот это вот такого в игре должно было бы быть больше, мне кажется, потому что я, конечно, нифига с управлением не справляюсь, но и избиваю Айлин. Но это не я, на самом деле, это он, у него же автоприцел. Мне нравится, что вот пока ты не наступишь на них ногой, они вообще не будут никогда умирать, получается.
Так. Конечно, вот проблема тут в том, что... Угу. Комната не предназначена для такого вообще. Что это у нас? Что... Как ты... Угу. Какой мой любимый женский персонаж в игре? Нет, в этой игре нет женских персонажей. Я отказываюсь говорить об этом. Их просто нет. Стрель идею Eternal Darkness. Ну да, Eternal Darkness это сделала раньше, и она сделала это прикольнее. Сюда мне нужно будет идти в конце. Оу! То есть я зря вообще сюда пришел, да? Ну, отлично. Прикольно, этому не хватает обоснования и смысла. Да, пожалуй. Так, секундочку. Было в костле. Ну, да, но... Окей, я просто оставлю ее. Это дверь типа, да? Там, где я сейчас. Да, походу это считается дверью. Окей, то есть мне нужно каким-то образом будет анлокнуть эту... эти часы. Ладно. Как же нелепо это выглядит. Просто невероятно нелепо. Я еще... Вот здесь танковое управление, кстати, нужно было. Вот, вот для таких случаев танковое управление и существует, в конце концов. Айлин, можно разрубить топором? Не, ну она типа бессмертная, но она, у нее уже 0 хп, поэтому она вся такая побитая, гифочная, и иногда ее переклинивает. Тут не нужен смысл, это Dream Logic. Слишком много смысла в вашем Dream Logic, я хочу сказать. Слишком много копипасты и слишком много говна. Ну, блин. Так, ладно, сюда надо принести кота. А лают псы при этом. Айлин, ты за мной или нет? Нет, ты против. А нет, она со мной, блин, я просто с собой ее загораживаю. Так, господи, как же это уныло-то. Может, мне здесь остаться? Да, слушайте, я, если я убегу, то она должна остаться здесь. В этой безопасной, уютной локации, в которой мне надо будет прийти в конце. Мне ведь она ведь не понадобится больше ни для чего. Я думаю, она мне не понадобится для чего. Все, пока, Айлин. Nice knowing you. Дупло нет. И... Это что такое? Свечка. Ладно. Блин, это вот здесь же надо вверх бежать по бесконечной лестнице. Я, наверное, пожалею о том, что я сюда пошел, но... В конце концов, Brain 3 же больше за мной не гоняется, или... А, в прошлый раз тут какие-то простые рандомные гопники вроде мне накучали, или нет? Или это не место с бесконечной лестницей? Тут все такое одинаково. Кошка! Странное место, блин, для Stuffed Animal. Охренеть, а что здесь не странное вообще? Что здесь делает машина? Что, что в квартире делает плюшевая кошка? Ну, где ей еще быть? Можно ли Social Link с Айлин прокачивать? Отличный вопрос. Да, только этого нам здесь и не хватало. Ну, вообще, учитывая, что она не говорит ничего вообще, ну, не знаю. Ну, туда воюешь опять? Надо же! Собака выиграла босс-файт с лестницей. В отличие от предыдущих. Может быть, это неправильная лестница с
слишком слабенькая. Я, кстати, уже понятия не имею, где я нахожусь, куда я иду и что и зачем. Ой. Она не говорит, потому что уже сошла с ума, ее и бросаю. Ну, окей, я... Ну, блин, мне кажется, наоборот, если она сосходит с ума, то как раз самое время что-нибудь интересное мне сказать. Ладно. Ну вот, то есть я профукал реплики Айлин, потому что не охраняю ее. Да, блин, это же невозможно. Как в этой игре еще охранять кого-то? Ну, для этого не рассчитано. Я себя охранять еле могу. Вон, Пахом меня убил своим присутствием. Я тортик пропустил в комнате с кошкой. Щит. С другой стороны, здесь тупик, скорее всего, поэтому я, скорее всего, вернусь. Давайте я, наверное, сброшу все свечи дома. После этого побегу назад. Нет ли желания стримить второй Лангриссер? Я его не знаю, и тактики стримить, ну, кроме, может быть, Valkyria Chronicles, мне кажется, достаточно скучной затеей. Ну, это же тактики, они как-то не для стримов. Так. То есть, короче, вот весь, так сказать, лор игры, он выдается тебе просто в одном и том же месте текстом одного и того же, как бы, авторства. И... Ну, просто... Ну... Уолтер became preoccupied. Конечно же, этот рандомный хрен, живущий в этом месте, это знает. Конечно. Так что, я не понимаю. Мне надо посмотреть в глазок, чтобы увидеть призрака. Где он? А, ну да. Это же я. Привет. Блин, Генри такой унылый, что даже его призрак, блин, унылый. Я не буду его изгонять. Пускай он ждет... Что его... Чего? Где? Слушайте, я не вижу. Какое-то мычание происходит, а я его не вижу. Ах, who gives a shit. Играл ли я в Legend of Dragoon? Да, я ее прошел, и, ну, как-то у меня от нее довольно средненькие очень впечатления остались еще там в далеком там 2000 году. Я боюсь даже подумать, какие от нее будут впечатления сейчас. Наверное, ничего хорошего она там не будет, в общем. Поехавший Кэмпбелл в МГС-2 классно бредил. Да. Так, играл ли я в первый порт Resident Evil 4 на ПК? Спасибо, но нет, я... Просто к тому времени уже я ее прошел и на GameCube, и на PS2, и на Wii. Собрав еще и там в наемниках в каждой версии дофига хайскора. И окунаться в еще одну версию, которая к тому же была совершенно не приспособлена для того, чтобы в нее играли, мне совершенно не хотелось. Призрак Генри сказал больше, чем сам Генри за всю игру. Хороший комментарий. Так, где торт? Вы говорили, что тут будет торт. Не твой торт. Скотина.
Где торт? А, вот торт. Блин, это похоже на капкан. И все? Все? Почему эти свечки не избавили меня от призрака? Oh well. В Legend of Dragon самая ебанутая цепочка в форму финального босса ever. Может быть, я помню, что я его пилил часа два, и меня это безумно утомило. Торт — это ложь. Да, да, все верно. Ладно, то есть здесь я вроде бы сделал все, что нужно. Кошку я вставлю в самый последний момент, когда, наверное, уже буду забирать Алин. Я же правильно понимаю, что... Что еще одна гольфистская кружка? А, ладно, все. Нет! Не та дверь, не хочу ее. Хватит, стой там. Теперь иди вниз, ищи катсцену с Уолтером. Так мне надо же было, разве мне не надо было несколько хреновин делать? Да, я, по-моему, я из всех вещей, по-моему, там 4 вещи нужно было на место поставить. Я поставил одну, еще одна у меня в кармане. Двух я не делал. То есть, я думаю, мне надо, на самом деле, на лифте было просто ехать не на последний этаж сперва, а на какой-нибудь... Что? 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 Сука. Как... Ты просто, блядь, прыгай вниз уже. Ты... Нет, может быть, этот лифт? Я уже обосрался, брат. Думал, что мне пешком заставят идти. Хорошо, давайте, не знаю, middle button. А, middle button это там, где я и был. То есть здесь ничего нет. Спасибо, хорошо. Значит, остался только bottom. Что я думаю о Bravely Default? Я пока ничего не думаю, потому что у меня все до нее руки не доходят. Я вместо нее прошел SMT4. Что и здесь тоже у меня только свеча ждет. Я чё-то я недопонимаю. Секундочку, это как? А, это дверь. Это была дверь. Нет? Нет? А почему она нарисована как дверь на этой сраной карте? Не, ну я просто уже... Мне зла не хватает. Какого хрена? Мне, или мне надо было с другую сторону выйти через лифт? Где-то же тут было такое дерьмо. Да, да, все верно. Так. Я не понимаю. В углу лежит бильярдный шар. Где здесь? Здесь что-то лежит вообще? Здесь вообще хоть что-то есть в этой комнате? Или мне все-таки надо дальше идти? Бум-бум-бум-бум-бум. Вообще не похоже на то, что здесь что-то лежит. Давайте я... Да, вот теперь вижу. Делает шар, твою мать, я уже я ничему не удивляюсь после стольких часов игры, этот хрен продолжает. Или тут все закрыто? То есть мне игра сразу прям сама говорит, что мне не надо пытаться? Ладно.
ты, а то меня сосут здесь. Это мне не, не очень нравится. I'm going to see my mom. Stay out of my way. Who are you anyway? My name's Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. But that's my name. And what are the 21 sacraments? Don't worry. You'll know soon enough. Well, let's go and see Mother. Let me go, that hurts! Дэм? Что, что насчет вот этого всего было дэм? Рано вышел, наверное. Так. Офигеть, я... Вот просто я не подошел с нужного ракурса, и поэтому не видел этот шар. Спасибо тому, кто прохождение мне забросил, потому что, блин, я бы... Я бы тупил и дальше, точно здесь. Так, лестница не работает. Тут вроде бы тоже ничего не забыто. Но медальон еще здесь где-то. Серьезно? О, да. Теперь это уже официально, короче, пиксель-хантинг по полнейшей. Ой, ну конечно. Наше любимое Бенни Хильство. Где выход-то? Че, выхода нет? Зачем вообще сюда-то пришел? Ну конечно, да, чтобы под нее нырнуть. А, вот он. Почему же его на карте нет? И это все? Или я просто не туда... Ну ладно. Так. Ну давайте предположим, что я вылечусь и возьму еще свечу. Вот это да! Вот это да! Положил бильярдный шоу, шар на бильярдный стол. Понятно, это так же, как и раньше. И... Мне опять надо варпнуться и подглядеть. Естественно, я не помню ничего. Такой фигни. Ладно, давайте я... Так, еще раз. То есть этот... Номеру... А, я уже подобрал, черт.
Как насчет стрима по The Cat Lady? А что это и зачем это? А, черт, я не попробовал. Сори. Кстати, я давно не выглядывал в окно, может быть. Да, ничего не происходит. Ну, если я попробую, кстати, позвонить, да. Ну да. Ну да, конечно, как всегда. Нет, что вы сказали мне хоть что-то. Он продолжает пугаться телефонной фигни, которую я в самом начале игры еще дернул. Ой, слушайте, я думаю, что я сегодня не закончу все-таки. Как бы мне этого не хотелось, но просто, блин, уже 10, а я еще не в последнем мире. Давайте, я думаю, я пройду этот Building World сейчас. Закончу его. После этого мы остановимся, и в следующий раз я вместе с Silent Hill'ом закончу эту фигню и начну что-нибудь менее унылое, например. Вот. Так что я думаю, да, вот еще буквально, наверное, минут 10-15 я добью эту фигню. Надеюсь. Ну, потому что вроде бы у меня все ключевые айтемы теперь уже на месте. Так что мне должно здесь остаться не так много. А концовочку тогда вместе с последним миром буду добивать в следующий раз. Я надеюсь, что это где-то ну, в пределах часа у меня займет. И я смогу постримить что-нибудь еще маленькое. Вот... Что именно маленькое, я, конечно, не знаю. Может быть, МДК, конечно, я попробую. С PS1, например. Или могу попробовать что-нибудь еще маленькое. Но как-то Cat Lady, если там головоломки, то я точно не хочу. Головоломки — это плохо. В следующий раз Silent Hill Arcade, она короткая. Кстати, хорошая идея. Но киньте мне, пожалуйста... Твиттер, наверное, лучше, чтобы сохранилось. А, где как какую-нибудь инструкцию по ее эмуляции? Потому что я думаю, что, наверное, это же не так просто, учитывая, что игра современная. Но вообще, да, я только за. Попробовать Silent Hill The Arcade, это интересно. Столбали! Блин, мне сюда с Айлин, оказывается, надо было. Вы меня обманули. Это... Ладно, давайте я их всех убью в этот раз, чтобы с Айлин они им точно не мешали. А в комнате с маятником, значит, что-то другое было. Ну, то есть, блин, ну, черт, все плохо. Кто-то обещал 3 часа. Но дело в том, что у меня теперь есть четкое понимание того, что я не уложусь в 3 часа. Потому что мне еще целый мир с боссом, и у меня меньше часа времени, и это, ну, в общем, что-то не дело совсем. Написал, на торрентах должна быть настроенная версия. Все, понятно. Окей, хорошо. Теперь втыкать все фиговины и идти с Айлин в перевернутую комнату. Но
Ну, ладно. Но, блин, он же именно здесь говорит, что он не может оставить Айлин, то есть, значит, скорее всего, надо с Айлин приходить сюда. Разве нет? Обход всех лестниц через... все понятно. Хорошо, если так. Так, волейбол... ну, в принципе, да, я же помню, куда втыкать. Я уже был рядом с волейбольной штукой и с кошачьей штукой. Ну да, мне действительно сейчас осталось только долго-долго бежать через это все дерьмо туда. Ладно. Самое главное, я просто... Мне даже теоретически непонятно, как вот это вот может быть вообще... Вот этот вот Building World вообще может быть... Хоть насколько-то страшным, у кого вообще могут возникнуть мысли, что из этого выходит хороший хоррор. Тут полторы какие-то комнаты любопытные на весь вообще этот мир, а все остальное это просто серое и совершенно будничное дерьмо с монстрами, которых уже видели неоднократно. И поэтому я не понимаю. У меня нет идей. Аркейд офигителен, контент тебе прямо в лицо прыгает. Лор просто ебут без смазки. Ну, короче, все как мы любим, да? В тот ли лифт я вылез вообще? Надеюсь, в тот. Так, это было на верхнем этаже, и там, собственно, да, весь контент у меня был. Идешь по Historical Society, на тебя прыгают культисты, раки и макаки. Ну. Silenthill.gif. Так, что теперь? Здесь должен быть волейбол. И после Айлин должны быть часы. Вроде бы так. На соседней крыше, походу, страдает какой-то макак, оставшийся без пары. Я что-то про Dream Logic Block собираю. Да, я собираюсь, я в принципе написал большой пост про первый Silent Hill и как бы то, что в нем было так или не так. А я думаю такое же написать, ну вот по итогам прохождения стримов и про остальные. То есть я в принципе же во время стримов это практически все проговариваю, но просто дело в том, что потом искать на стримах. Если у меня какая-то мысль появилась, и я ее озвучил на стриме, искать ее потом в записи, ну, очень долго. Вот Silent Hill этот четвертый, он просто же, блин, это невыносимые какие-то там 8 часов будут, а то и больше. Ну, первый, конечно, поменьше. Первый у меня там за 3 часа я уложился с небольшим. Второй, по-моему, около 5 получилось. Вот. Третий, по-моему, порядка 6-7. Четвертый уже вот перевалит за 8. И искать на этих стримах эти мысли, ну, они это как-то не очень прикольно. То есть мне, я поэтому не люблю стримы, не люблю всякие ютубы и прочее. Потому что нельзя просто быстро сделать, не знаю, Ctrl-F и на нужное место проскроллить, так сказать, почитать, чтобы, не знаю, чтобы уж поспорить с чем-то. Айлин, я тебя жду. Не надо бить их, Айлин. Я тебя жду. Ну, естественно, да, на стримах куча всякой херни, типа вот этих воплей моих. Она втекает в меня своими волосами. Ладно, я надеюсь, Айлин пришла куда нужно, то есть сюда. Айлин? Айлин? Да, ты не Айлин! Ну что ты тут как... Окей, конечно же, это не зачлось. Айлин! Иди сюда! Все, спасибо. Наконец-то. Айлин уже не сильно от них отличается. Ну да.
Опять ты начинаешь. Ну, да, Ктулху в тагом, да, я понимаю, иди сюда. Может, мне медальон следовало на нее завязать в этот момент? Двери какие-то. Потрясающе. Четыре двери, все закрытые. Мне опять надо ждать, пока она там проглючится. Блин, кошмар. И они все слетаются, наверное, побеседовать с ней. Ой, 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 ой. Ну просто вся братья. Айлин. Айлин. Догоняй. Айлин! Нет, ну это просто, я не знаю. Seriously. А, ну понятно, у нее праздник там начинается. Лучше сразу сделать save state? Да, спасибо, кстати, за идею, потому что... Да. Вдруг да я ее буду ждать еще 20 лет. Айлин, Айлин, перестань. О, ну неужели? Неужели она идет? Нам сюда? Она вообще здесь? Окей, хорошо. Гольфисты юные. Или не очень юные. А, ну... Думаешь, кто-то здесь ради аналитики, все за воплями и пришли. Ну да, я же понимаю, что такое стримы. Я просто о том, что надо же после этого дела поговорить про эти игры, ну как-то более вменяемого, без воплей, про Айлин и прочие непотребства. Вот, поэтому, наверное, надо будет написать, я думаю, про каждую часть я напишу отдельно текстовый пост. Отдельно, наверное, все-таки стоит про вторую, потому что в ней... Вся эта логика сна, она работает, и она работает хорошо и нормально. Вот, а у всех остальных она не работает совершенно. Сейчас дыра будет, набери патронов и лечилок, будет босс. Что? Босс? Ну, там же еще будет билдинг этот, апартмент, точнее, world большой. Я это все сделал просто потому, что она не могла сходить за мной по лестнице. Вот же оно что. Right, of course. Я, честно говоря, уже даже не понимаю, куда я иду, но надеюсь, что я иду куда надо. Кто
кто делал Silent Hill 2 и что он еще сделал. Ну там, блин, делала команда. И какие-то куски этой команды, наверное, все-таки еще остались там на разработку четвертой. Вот. Ну я просто... Слушайте, я вообще туда иду, я... Местный босс. Блин, какие-то местные боссы еще. Я уже ничего не понимаю, что здесь происходит. Но вроде бы, да, вроде бы... Ну да, все правильно после этих штук. Я просто напоминаю еще разок, что никакой Team Silent не существовало, что там просто были сотрудники токийского подразделения Konami, среди которых была, ну, так сказать, ротация. Кто-то ушел после первой, кто-то после второй, кто-то после третьей. И, в общем, никакой единой целостной команды там не было. Поэтому... В общем, если кто-то вам говорит про Team Silent, плюйте ему в лицо. А если кто-то еще говорит, что четвертая часть Silent Hill это хорошая игра, и вот типа, вот же делали в свое время великое Team Silent, Silent Hill 1-4. Ну, не знаю. Вставьте в такого человека клюшку для гольфа и поверните пару раз. Ну, anything. Айлин. Упоротое дополнение писал уже сценарист третьего Silent Hill. Да, все верно. Хироюки Оваку написал третий Silent Hill, он же написал Born from a Wish. И... Он дурак. Ну, то есть, ну, совсем плохой человек. Ну, нельзя так делать, как он сделал. Впрочем, все лучше, чем то, что сделал господин Муракоши в четвертой части вот сейчас. Потому что, ну, это вообще никуда не годится. Все Silent Hill плохи как игры, кроме Shattered Memories. Ну, скорее да. На самом деле, скорее да. Ну, я продолжаю настаивать на том, что вот в свете того, вот, что я сейчас перепрошел эти первые четыре части, и уж в свете того, что Origins и Homecoming никто вообще не назовет в своем уме хорошими. Ну, то есть я имею в виду заслуживающими прям вот такого восторга. Я хотел бы сказать, что Downpour, он гораздо лучше, чем вот все вот это вот. То есть в нем нет, конечно, там, не знаю, вот этой такой же все-таки идейной подоплеки, как во второй. В этом плане он, возможно, слабее. Но в плане геймплея, какой бы он ни был кривоватый, он гораздо несравненно лучше, чем все предыдущие части. Ну, а в Shattered Memories просто отказались от этого дурацкого геймплея, и все замечательно. Что, если в команде меняются участники, она перестает быть командой? Ну, как бы у нее нет даже названия такого. Не видите в титрах там нигде, по-моему, ты, знаешь, не говорит, Team Silent, блин, представляет. Вот же в чем все дело. Просто была команда разработчиков Silent Hill'а. И это не то, что это какая-то одна команда, я вот об этом. Неплохо. Defeat the one truth. То есть мне нужно убить одного из них, который настоящий? И мне надо как-то понять, кто именно из них настоящий? Окей, может быть, мне подсказка из зала придет? Если после выстрелов скинул лапы только один монстр, переключайтесь на другого. Ищите того, который после выстрела заставляет скинуть лапы всех остальных, ищите и добивайте. Ну, охренеть, просто охренеть. Ну, вот это, наверное, оно, да? Это называется вскинуть лапы. Раз всех корежит, наверное, надо бить его.
Ну, и чё? Слушай, ну мне кажется, что сейчас я бил одного, и все остальные корёжились. Всех убить надо. Не, ну смотрите, я... Да, я убил одного, и умерли все. Ну, то есть, вот опять же, потрясающе. Разработчики придумали вот этот вот, не знаю, это место со спускающимися с стен там полотнами слэш людьми. Ну, знаете, может быть, это как для кого-то и считается там криповым и так далее. Что они после этого сделали? Не заставили долго и нудно вот долбить их топором. Сразу, ну, сразу все идет нафиг. Ой, ладно, слушайте, да, мне... Давайте закончу все-таки в следующий раз. Я понимаю, что мне еще надо обходить все квартиры заново. Я не уложусь. Итак, у меня сейчас 2.5 часа получается стрим. Вот, на этом я заканчиваю. То есть, да, в следующий раз я попробую раздобыть Silent Hill The Arcade. И сделаю, значит, двойной стрим, закончу четвертую и посмотрю на аркаду. Вот. На этом я заканчиваю, пожалуй, сейчас стрим. Вот. Смотрю ли я новые аниме? Нет. Я жду, пока не появится что-нибудь такое, что всех супер впечатлит, и тогда я это посмотрю. Пускай те, кто смотрит аниме, выступают в качестве фильтра, так сказать, да, для меня. То есть последним, что я так вот полностью и с большим удовольствием посмотрел из сериалов, это был Kill la Kill. С тех пор я не горю. Ничего такое смотреть. Ох. Вот. В принципе, и все. И да, и на неделе, я думаю, да, я буду стримить новый Xenoblade. Я об этом сообщу, игромания об этом сообщит. И... Ух ты! Какой-то пузожитель у двери. А, ладно. Так, ну, нус. Есть дневничок здесь, давайте напоследок. Ну да, ну да. Ладно, я думаю, это хорошее место, чтобы закончить. Я как раз захожу в апартаменты, в финальную локацию и... В следующий раз тогда допройду я. Вот. На этом, я думаю, на сегодня все. Спасибо, что страдали вместе со мной. Вот. Приходите еще. В следующий раз, я надеюсь, Silent Hill The Arcade зажжет. Вот. И на этом, я думаю, да, всем спасибо. Пока-пока. До встречи через неделю.